сегодня мы с вами проводим деловую игру по профессиональному циклу правоохранительная деятельность. Изучаем сегодня мы с вами два блока. Первое – это основа оперативно-розыскной деятельности. Тема пятая – оперативно-розыскные мероприятия ведомственного функционирования. И второй курс – это наша специальная техника. Тема специальная техника, используемая в ОРД. Вам предлагается сегодня на игру следующий сценарий действия. Значит, в отдел наркоконтроля УВД СЗАО города Москвы с заявлением о том, что к нему вчера в районе метро Сходнинская, возле торгового центра «Калейдоскоп», обратился неустановленный мужчина по имени Хаджи, обратился гражданин Шмелев Руслан Иванович. 99-го года, введенной проверкой, было установлено, что Шмелев действительно работает таксистом в районе метро Сходнинская. И вчера к нему в машину подсел неустановленный мужчина, который представился ему как Хаджи. Данный мужчина предложил ему купить наркотическое средство героин общей массой 1 кг за 20 тысяч долларов США. Значит, Шмелев согласился. Значит, почему данный мужчина предложил именно Шмелеву купить наркотик? Потому что Шмелев, когда подвозил его до улицы Фабрициуса, дом 26, Шмелев жаловался ему на жизнь, что не хватает денег, что совсем тяжело в семье с деньгами. Поэтому данный мужчина по имени Хаджи предложил ему подзаработать, то есть купить наркотик. Значит, почему Шмелев обратился в правоохранительные органы? Для этого есть основательная причина, потому что у Шмелева год назад, вот перед дозировкой героина, умер старший брат. В связи с этим Шмелев ненавидит наркоторговцев и при первой же возможности решил оказать содействие правоохранительным органам, сдав наркоторговца правосудию. Значит, материал был поручен к исполнению старшему оперуполномоченному по УВД ОНК УВД СЗАО майору полиции Нестерову, который, изучив материал, подготовил документы на проведение ОРФ «Проверочная закупка», которую мы с вами сегодня и будем производить. Значит, данное действие, то есть ОВД, данное ОРМ, проверочная закупка, мы с вами будем производить в ходе изучения предмета оперативно-розыскной деятельности, а именно оперативно-розыскные мероприятия, требующие только ведомственного санкционирования. То есть в данном случае в суд идти не надо. Мы, к сожалению, я вам не могу дать методику проведения данного мероприятия, потому что она является секретной. Но мы с вами будем изучать на основе проведения данного мероприятия, на основе открытых источников, таких как, например, книга Петрова «Правовое осуществление оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков», где даны описания проверочной закупки, даны образцы постановлений, постановлений на проведение ОРМ. Значит, и второй документ, вторая книга, которую мы с вами будем изучать, это книга Юрия Петровича Гармаева «Использование результатов ОРД для расследования в уголовном процессе о незаконном обороте наркотиков». То есть мы с вами должны сегодня провести не просто проверочную закупку, а полный цикл, то есть начиная с момента получения информации, ее документирования, задержание преступника с поличным и предоставление материалов следствия. Данный последний пункт имеет очень большое значение. Значит, это у нас данное действие регламентируется инструкцией по порядке предоставления материалов следствия суда дознания, которая разобрана вот в этой книжке Юрия Петровича Гармаева. И здесь же даны также образцы документов, то есть постановление на проведение проверочной закупки и образцы, как данные результаты проверочной закупки предоставить следствию. Поэтому на основе этой книжки мы будем готовить документы для представления в следствие. Теперь распределим роли курсантов, которые участвуют в нашей деловой игре.
распределите роли. Роли участников деловой игры, тире, они же у нас оперативные сотрудники, следователи, преступники, закупщики и так далее. То есть первое, это у нас старший оперуполномоченный по ОВД Нестеров. Это тот человек, который будет организовывать всю разработку, руководить процессом задержания, ну как бы один из основных участников нашей сегодняшней игры. Так, командир, кто у нас будет Нестеров? Присаживайтесь. Значит, как вы сами понимаете, один в поле не воин, один у нас разработчик организовать задержание не сможет. Поэтому в помощь ему должны быть оперативные сотрудники. Командир, кто будет оперативным сотрудником? Саев Черкасов. Саев Черкасов, присаживайтесь. Спасибо. Так как у нас 21 век, век информационных технологий, необходим оперативник, который будет организовывать документирование, негласное документирование процесса задержания. Командир, кто будет у нас? Хорошо. Следующий участник нашей с вами игры, тот человек, без которого в жизни ничего не происходит, который фактически, скажем так, в кавычках у нас является фактически работодателем оперативных сотрудников, это преступник. Значит, командир, кто у нас будет преступник? Курбанов. Ну вот как Курбанов, я преступник. Что же за национализм-то? Нет, это с уважением. Роль преступника тоже надо суметь сыграть. Надо суметь сыграть роль преступника так, чтобы участники игры посмотрели и сказали, ну, мы не хотим стать преступником, но мы уважаем его. С уважением. Значит, следующий, так как мы с вами, у нас основная задача это научить вас соблюдению прав и свобод человека-гражданина, соблюдению законности, поэтому преступник однозначно должен быть защитник. Роль защитника кто у нас исполняет? Находов. Я надеюсь, наверное, человек подготовленный, хорошо знает уголовное право, уголовный процесс. Присаживайтесь. Следующий – это человек, который пришел в отдел внутренних дел и рассказал всю эту ситуацию. То есть человек с повышенной социальной ответственностью, очень ответственный, волнующийся за родину, за здоровье граждан. Это у нас закупщик. Командир, кто у нас закупщик? Руслан Бажанов, 13-й зод. От лица правоохранительных органов благодарю вас за проявленное мужество и сознательность. Следующий – это человек, без которого, как вы сами понимаете, вообще ничего не произойдет. Тот человек, который отвечает за возбуждение уголовного дела, то есть следователь. Курсант Подобрение, 312-й взвод. Курсант Шам, 312-й взвод. Вот видите, следователи у нас, они красивые, они в форме, как всегда бывает. Следователь – первый человек в правоохранительных органах. Присаживайтесь. Ну и последнее – те люди, которые снимают, это центр общественных связей. Как я вам уже говорил, что 21 век на дворе, надо не только уметь сейчас сделать дело, но и показать его. Поэтому Центр общественных связей ГУ и УМД по Московской области. Роли эти исполняют командир кто? Корниенко Диана. Корниенко Диана и... Ну, встань. Замкнутый 13-й слот. Все, благодарю за внимание, начинаем игру. Еще раз добрый день. В данный момент у нас проходит инструктаж по подготовке к проведению оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки. Ну, на столе вы видите деньги, которые были получены в кассе оперативно-розыскного органа. Были подготовлены следующие документы, которые необходимы для проведения данного оперативно-розыскного мероприятия. А сейчас я расскажу, что у нас должен будет делать закупщик. Основная наша задача – это сделать все в рамках действующего законодательства, то есть избежать провокаций при проведении оперативно-розыскной деятельности. То есть закупщик у нас должен говорить с жуликом такими словами, чтобы инициатива исходила именно от продавца, то есть он должен предложить ему купить наркотики. Мной были составлены, в рамках роли старшего оперативника, мной были составлены такие документы, как рапорт
То есть в рамках рапорта старший подполковник докладывает начальнику оперативного подразделения о обнаружении признаков преступления, да. Выносится в дальнейшем постановление о проведении проверочной закупки, план осуществления оперативно-розыскного мероприятия, проверочная закупка. Составляется акт личного досмотра вещей, находящихся при физическом лице, то есть которые будут находиться у закупщика. Акт осмотра пометки денежных средств. В последующем, после того, как произойдет проверочная закупка, закупщик добровольно выдаст приобретение наркотиков, о чем будет составлен акт добровольной выдачи, а также акт проверочной закупки. Неожиданно в кабинет оперативникам врывается следователь и хочет посмотреть, что же вы подготовили. Поэтому доложите товарищу следователю, что вы подготовили. Мной, как старшему оперуполномоченному, были составлены следующие документы, то есть рапорт. Посмотрите, полистайте. Рапорт, постановление о проведении проверочной закупки, план осуществления оперативно-розыскного мероприятия, акт личного досмотра. Акт осмотра пометки денежных средств. Акт осмотра и выдачи технического средства. Товарищ следователь, документы собраны в полном объеме? Да, собраны в полном объеме. Все, тогда начинаем игру. Все, тогда товарищ следователь дает санкцию, начинаем деловую игру. Далее наша деловая игра перемещается во двор колледжа полиции, где мы по условиям сценария, у нас встреча закупщика и продавца будет происходить по адресу улицы Героев Панфиловцев, дом 26. То есть наше здание вполне из себя похоже на какой-то подмосковный дом культуры, поэтому здесь будет происходить встреча. Значит, старшей группы, значит, Руслан командует оперсостав, расставляю оперсостав. Так, закупщик у нас остается на месте. Значит, условный преступник начинает движение из-за угла. Итак, у нас кульминация деловой игры. Преступник начал свое движение к месту встречи. Ваши документы. Вот, пожалуйста. Вы употребляете наркотики? Да, да, да. Как вы видите, значит, преступник созванивает с закупщиком. Да, да, да. Они договариваются. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Если ты их не любишь, то знаешь. Да, да, да. Если ты их не любишь, то мой совет, братан, сюда лучше не суваться. В кабинете УВД карты Южной Москвы, все точки действий, маркером обведены. ВСКН приезжает, да, и не успеет шмаркнуться, думается, братан, общий умер. Проводим осмотр места происшествия и досмотр задержанных. Значит, обращаю ваше внимание, что задержанных у нас будет двое. В целях конспирации мы задерживаем и преступника, и закупщика, чтобы преступник не догадался, кто его сдал.
Хотя, несмотря на то, что у нас закупщик не боится, как он сказал, буду классно выступать, но береженного Бог бережет. Оформляем обои. Значит, начинаем оформление. Приглашен эксперт-криминалист, который проводит панорамную съемку, Оперативники начинают осмотр места происшествия. Приглашены двое понятых. Значит, эксперт-криминалист снимает. Значит, оперативник, ответственный за разработку, беседует с задержанным. Оформляется протокол осмотра места происшествия и протокол личного досмотра. Оформлен. Все, оформлен. Подписаны понятые, подписаны присутствующие. Это ваши деньги? Нет. А чьи? Твои, значит. У нас на камеру все зафиксировано, как вы выкинули пакет на асфальт. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Ну, посмотрим, что вы будете потом говорить. Скажи, что деньги помечены. Деньги были помечены? Нет. И на видеопленке зафиксировано, как вы выкидываете пакет на асфальт. Да, я не знаю ничего. Одновременно проводим процесс осмотра закупщика в цели сокрыть его факт сотрудничества. Нет, это самое, отдельно. На пакет положи. На пакет же тогда. Снимай. Нет, конфет. А, ну можешь выйти. Значит, как вы видите, героин находился в полиэтиленовом пакете с целью, чтобы его было не видно. Этот килограмм засыпали конфетами. А это никак не откроется, да? Не надо открывать. Смотри, что там. Сейчас подводим итоги нашей деловой игры. Как вы видите, труд оперативников довольно-таки тяжелый. Вот такие накладки, которые у нас происходили в процессе игры, как вы сами понимаете, в реальной жизни быть не могут. В реальной жизни любая такая вот накладка закончилась либо повреждением оперативных сотрудников, либо травмой, либо где-то даже убийством. Поэтому еще раз хочу вам сказать, что, конечно, все вот эти разработки надо тщательно планировать. Хорошо бывает только в кино. В жизни бывает все, к сожалению, довольно-таки сложно и тяжело. Значит, во-первых, конечно, документы должны быть правильно подготовлены, инструктаж должен быть правильный. И самое, конечно, ответственное – это задержание. Это процесс задержания, когда вы задержите преступника. Сейчас, как вы знаете, были внесены изменения в уголовное законодательство. Теперь по 228, по 4 части, там вплоть до 20 лет. Поэтому преступник однозначно будет сопротивляться. Будет нож, достанет нож, будет пистолет, достанет пистолет. Поэтому попрошу это учитывать в будущем, когда вы придете реально работать в правоохранительные органы. Благодарю за внимание, игра окончена. Is there anyone home?